В Мурманской области при попытке сбыть наркотики задержали двоих мужчин. Милиция, стоять! У водителя и его приятеля изъяли препарат, больше известный под названием как «белый китаец». Это наркотик намного сильнее героина. В ходе обысков в квартирах у подозреваемых обнаружили более 100 тысяч доз вещества. В качестве тайников мужчины использовали обычную бумагу и пустые пачки из-под сигарет. В настоящее время они оба арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее приятели уже были судимы за кражи, и сейчас обоим грозит срок куда серьезнее. В Ростовской области задержали подозреваемого в наркоторговле. Марихуану мужчина сбывал только крупными партиями. Вот и на встречу с приодетыми оперативниками он пришел с тремя мешками, под завязку наполненными наркотиком. При этом предложил выгодные условия сделки. В случае стопроцентной оплаты двух мешков с марихуаной, деньги за третий он готов получить позже. Когда драгдилера задержали, он не стал отпираться и показал устроенный в доме тайник, где хранил еще одну партию наркотика. И не только. При проведении обыска было изъято 92 килограмма марихуаны, приспособление для ее изготовления, семена конопли, боеприпасы к нарезному малокалиберному оружию, поддельное удостоверение сотрудника полиции МВД России и печать, использованная для его подделки. По оценке экспертов, на черном рынке стоимость изъятого растительного наркотика превышает 13 миллионов рублей.